Мы все время смотрим в завтра, еще не сделав то, что можем сегодня. Выход из зоны комфорта – это путь в новую жизнь. Попробуй встать в 5 утра, в 6 утра и сделать первый шаг. Первый шаг на пути к своей цели. Первый шаг на пути к выходу со своей зоны комфорта. Зона комфорта твоя, например, это лежать, спать до... Будильник зазвонил, еще 10 минут, еще 5 минут, и встать в последние минуты. Нет. Ты встаешь раньше, чем обычно. Ты делаешь то, что обычно ты не делал. Вот это и есть выход из своей зоны комфорта. Отожмись от пола 10 раз, 5 раз. Присядь 10, 5 раз. Это уже что-то новое для тебя. Постепенно ты сделаешь второй шаг, пойдешь на пробежку. Ты сделаешь третий шаг, начнешь ежедневно заниматься. Ты воспитаешь в себе дисциплину. Дисциплина помогает в любой сфере, не только в спорте. Развивай дисциплину в спорте, и ты добьешься многого в любой сфере. Так что работайте над собой, выходите из этой чертовой зоны комфорта, и у вас все получится. Я в вас верю. Только вперед. Никогда не сдаемся. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Работаем вместе. Постарайтесь выйти из своей зоны комфорта. И вы увидите, что все вокруг поменяется. Абсолютно все. Если вы заметили, ну кто смотрел мои предыдущие видео, видео до перелома ключицы, видео после перелома ключицы, у меня много изменений произошло. Так что старайтесь выходить из зоны комфорта. Вы увидите изменения. Работайте над собой. Никогда не сдавайтесь. Never give up. Обнял до хруста.